Привет, YouTube! Решаем задачу номер 1697 из сборника Демидовича. Найти следующий интеграл. Тангенс x, dx. Ну, для начала нужно написать, что такое тангенс. Тангенс – это синус x, деленное на косинус x, dx. Ну, а далее уже все становится понятно, потому что синус x, dx – это не что иное, как минус d косинус x, потому что производная от косинуса – это минус синус. И мы получаем интеграл минус d косинус x, деленное на косинус x. Минус благополучно выносится за знак интеграла, получается d косинус x, деленное на косинус x. Косинус x теперь воспринимаем как один символ, звездочка, а интеграл d звездочка, деленное на звездочку, это табличный интеграл, который равен просто-напросто логарифму модуля, а значит мы получаем минус логарифм модуля косинуса x. Плюс константу в конце не забываем. И это ответ на данную задачу. Если остались вопросы, смело задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, присоединяйтесь к телеграм-каналу и, конечно, обращайтесь за решением ваших задач.